Всем привет! В этот раз будем рассказывать вам про палатку рекламщика. Это наша новая новинка, которая нравится очень лично мне. И вот на фоне меня, собственно, эта палатка рекламщика и стоит. В чем ее такая особенность и чем же она так хороша? Да, в общем-то, мы сейчас находимся на выставке. И на выставке, за которую мы не платили за застройку. Мы не платили бешеные деньги, как это полагается всегда, да? Мы просто сделали вот такую надувную застройку, надувную конструкцию, которая теперь будет ездить с нами на каждое мероприятие и разворачиваться там в течение 20 минут. Мы просто надуваем, вешаем баннеры, и у нас готовая застройка, которую видно на самом деле. Мы сейчас находимся в экспофоруме, огромном комплексе. С любого конца этого огромного зала видно эту палатку. Да ее, собственно, видно даже через витрину. Баннеры находятся на высоте 2-3 метров, поэтому жирным шрифтом, или можете даже не жирным шрифтом, можете просто свой гигантский логотип туда натянуть, и все обязательно на выставке вас увидят. Делается, как водится, тайм-триал, это все из ПВХ. Ткань, если не ошибаюсь, 850 грамм. Но, опять же, это может варьироваться в зависимости от того, какие у вас цели. Может быть, вы хотите просто полегче сделать конструкцию, тогда в этом случае ткань будет более низкой плотности. Или наоборот, хотите прочную, будет более высокой плотности, но будет тяжелее. Прослужит вам такая конструкция 10 лет. И 10 лет вы не будете платить за застройку. И это ярко, это видно, и 10 лет вы никому не отдаете бешеные баблища за застройку. Значит, конструкция может быть такой, 3 на 3, да, либо может быть модульная. Вы можете модульно выстраивать ваш стенд, значит, конструкция за конструкцией, в зависимости от того, какие вы, собственно, чаще всего берете площади. И этого ни у кого еще нет, только у нас. Вы можете прямо сейчас это все заказать.